Работала я в войну в семье одна. Получала по 250 граммов хлеба. Мама и старшая сестра со своей маленькой дочерью лишь по 125 граммов. Я худела, мама худела, племянница худела, а сестра пухла. Я в 17 лет весила немногим более 30 килограмм. Утром встанем, я каждому отрежу по полосочке хлеба, припасу по маленькому кусочку на обед, остальное в комод. Вечером кастрюлю воды на буржуйке согреем, я в нее 3 крупинки пшена, 3 тоненькие палочки вермишели, 3 макаронинки. Такой суп и ели, считай одну воду. Бывало, приду с работы, все домашние плачут, ругают меня. Мол, хлеб и крупа лежат, а ты не даешь. Но я-то понимала, сегодня можно все съесть, а завтра? Зато у меня все выжили. Анна Николаевна Малинина, урожденная Егорова.